Итак, Евгений, прежде чем мы вас пустим играть в колду, нужно, чтобы вы прошли тест на детекторе лжи. И я рассчитываю услышать честный ответ, хорошо? Да, без проблем. Вы про? Да. Симхай, с вами Юджин, и мы сегодня будем снова играть в колду, потому что почему бы и нет, да? Почему бы не закрепить результат, хороший результат, который мы показали в прошлый раз? Почему бы не продолжить эту тенденцию, удачную, успешную тенденцию, которая очень оптимистично показывает, что мы чуть лучше, чем просто беспросветные нубы. Короче, мы с вами будем гамать сегодня в колду еще разочек. У нее новый сезон стартовал сегодня, новый контент появился. И вот мы боевой пропуск все даже купили. Будем играть сегодня с вами в режим, который называется «Добыча». Я как истинный хищник буду добывать сейчас. Я покажу всем, кто такой хищник, а кто такой добыча. Надеюсь, все будет так, как я себе представил это. Найдите деньги, защищайте ваши деньги, побеждает максимальная сумма. Давайте добудем сегодня как можно больше. И вы, ребят, лайкосиков подгоните прямо сейчас, чтобы Евгений отжег. Как никогда, как не в прошлый раз. Со мной играет Суши Вантан. Оливия Опинандардо. Лорен 25. Юджин Сагас. Я буду с Ван Педрадо, Педардо. Парни, парни, вертолет летит. Подождите меня. Спасибо. Ван Педардо, сюда давай. Выходи гулять. Мама не разрешает, да? Ну ладно. Стоп. Пу, напугал меня. Так сзади не подходи ко мне так. Давай, я как буду твой оператор. Ты паркурь, а я буду тебя снимать. О-та! Хороший был трюк. Нарежем, на ютубчик выложим. Во, во, давай. Фигач, фигач. Я буду так тебя стараться снимать, как быть очень круто. О, как ты круто делаешь. Не уходите от меня далеко, ребят. Как вы так быстро убегаете, ребят. Come on, guys. Come on, you guys. Они вообще наверх на самом побежали. Guys, please. Они все равно не слышат меня. У нас чат отключен. Разобщенность у нас в коллективе. Вот что нас погубит. Да сколько здесь этажей? Да сколько... А, продолжаем снимать. Паркур. Нет? Что это? Шар для внесения денег улетел. Это деньгашар. Смотрите. Вертолет летит за деньгашаром нашим. Вон наш чел, спайдермене там наверху. Как Бэтмен стоит. Я должен как Бэтмен стоять. О, Готэм, ты получишь героя, которого заслуживаешь. Я вижу чела... Нет, это птицы. Это кому-нибудь надо? Я вообще не знаю, война никому не нужна, мне уж точно. Но мне вот это, может быть, надо? Нет, не надо. Может, и надо. Всего один патрон, да вы издеваетесь? Спасибо, не надо. Там свинка-копилка. Может быть, туда надо сходить? Противник вызвал вертолет для внесения денег. Нет, только не это. Смотрите, кто летит. Он к Ван Педардо летит. Ван Педардо! Сзади! Ван Педардо! Вон мою свинка-копилку забрать решил. Смотрите, какое говно. А? Получай. Ни одного попадания, друзья мои. Ни одного. Как же так? Мои друзья! Хорошо, Лорен здесь. Вон! А! Нет! Прилечь! Хорошо, если я возьму вот это, у меня один выстрел, один шанс попасть. По врага? Стоп! Он споткнулся, упал. Высунься. Опа! Не попал! Блин! Вертолетушки летают. Ребят, я не знаю, что и думать. Я так долго еще не жил. Приближается самолет с деньгами. Где? Мне лучше держаться своих. Моя задача — это выжить. Попал! Я попал ему по броне. Противники в том районе. Каком? Да ладно. Не может быть. Нигде никого не видно. Давайте-ка возьмем вот это. И к Лорену, к нашему другу. На выручку. А! Черт. Стой. Есть. Лорен, пусти меня. Как ты зашел? А вот, где ты, бро? Где же ты? Вот он ты. Давай. О, нифига себе. Ач. Кабель используется. Освободите кабель, сэр. Спасибо. Слушайте, это прикольно. Так, здорово, Лорен, не бросай меня. Мы на крыше. Ну чё, как вообще у тебя? Не буду за тобой идти, не буду, я обиделся. Да кому я обманываю? Конечно же, буду я. Я пойду за тобой на край света, Лорен. Смотрите, ну у нас вот здесь вот рядом свинка-копилка. Побежали, я думаю, надо бежать. Ты напугал меня, чел. А теперь я себя напугал этим ударом двери. Что делаем? Какой план?
мы носимся здесь? Как будто бы не знаем, как играть. Нубы. Мне нужен крупный калибр. Я с тобой, мой друг. Ох, и суета в мире какая происходит. А я бегаю по лестнице. Вот выносливость прокачиваю. Слежу за тем, чтобы мышцы были в тонусе. Тело важно поддерживать. Ну-ка. Ох, как здорово. Смотри, что нашел. Крупный калибр. Ты просил. Привет. Ты окна моешь, что ли? Мне показалось, там противник. Это был предупредительный выстрел. Мне нужен крупный калибр. Ты, мне кажется, намекаешь... На меня, да? Ну да. Ой, я, кажется, помог своей команде. Несите ваши деньги на хранение. Вношу. У вас нет денег. Только что у меня они были, я чувствовал себя богатым и важным. А теперь их нету, и чувствую, что надо не отпускать этот шар. Нет! Давайте закроем дверь. Ну его нафиг. Противник вызвал... А, кто? Куда? Где противник? Ага! Собирайте все деньги, которые найдете. Попражески боевой вертолет. Ща мы накидаем ему ваших пулек, они по странной траектории летят. Вон он! Высовывается, вижу! Надеюсь, какая-нибудь пулька попадет. О-хо-хо! На всякий случай еще. Я психанул, друзья. Суши Монтан, Лорен. Пидар, да вообще где-то вдалеке. О, смотрите! Убить! Мы сила вместе, друзья! Вперед! Посылка, наличка внутри. Наличка? Побежали. Ваша команда в 10 лучших. Все, мы сделали что-то. Мы сделали что-то важное. Следите за небом. Так, хорошо, небо. Слежу. Противник. Блин, противник ссаный. Я буду отгонять мух от тебя. 9 место! Кто это сделал? Я, что ли? Слушайте, это приятно. Я ничего полезного не сделал, но выполнил один контракт. Все-таки 3 ящика открыл и заработал бонусы ОП. Но приятно побеждать, когда команда сечет. Вот все зависит от команды, не от вашей личной игры. Вы можете просто бегать подбадривать. Отсутствие. Вот она моя награда. Я отсутствовал. Я вроде как был там, но отсутствовал. Окей, друзья, давайте как в... Тот раз, предыдущий, точно так же. 0 смертей, 0 эффективности. Я лидер отряда. Я один в команде. Давайте вот сюда, в березки. Ножки, ножки береги, поджать. Вот, все хорошо. Атакую в ответ, чтобы человек знал, что со мной шутки плохи, тяжелое ранение. Вот так. Понял? Перенервничал, да? Он пополз, короче. Ух! Ты бежал, как Рэмбо. От взрыва прямо. Меня перекосило. О, мы снова здесь. Ну так пойдемте мстить нашему другу. Я как орел, не будет ожидать атаки с воздуха. Давайте, орлиный крик. Примерно как-то так орел кричит, как мне кажется. Ну я не тут-то было, друзья мои. Орел возродился, как феникс. Орлиная атака! Ай! Здрасте, сэр! Вот тебя напнуть! Да я тебя запинаю прикладом! Черт, не повезло как. Считайте, я его запинал, просто ему помогли, этому сосунку. Смотрите! Деньги отобразились на карте. Но есть нечто дороже денег. И это месть. И мы сейчас пойдем закупаться местью, как следует. Орлиная атака! Я обвернулся! Думали, я так просто сдамся. Как смеете вы? Опа! Сквозь березки пролетел. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Бежит. Бежит, не подозревая о гибели скорой. Как-то так, из-под тишка. Деньги! Через 120 метров всего лишь денежки ждут. О-о-о! Кто посмел? Это он спустился с небес, да? Он тактику мою применил. Прием называется «Удар орла». Да, это точно сделал он. Не знаю, как, что там о себе возомнил, но... Не знаю, что он обо мне возомнил. Думаю, что я сейчас с неба не вернусь на него. Не тут-то было. С неба именно и вернусь. И прямо на него. Знаете, как Супермен, приземляюсь. Больно не было. Где-то тварина такая вот мерзкая стреляет из-под тишка недостойно. Смотрите, летит. Жопку поджал.
добить. Упс. Кто там? Кто там ползает смешной? Жопку протирает, как песик. Что-то я промахиваюсь, ребят. Так, хорошо. Из-под тишка, как мы умеем. Давай, 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 упади! Да не я! Пора деньги, мне кажется, брать уже. Я достаточно намстился. О, бабосы, 20 тысяч баксов! Какого? Вон, с крыши! Значит, смотрим, где у нас еще могут быть деньги. Оп, залетаем в ангар. Сынок. Сыночек мой, где ты? Ой, как... Да, блин! Да дайте же мне добить! Слушайте, прикольно, вроде как получается сражаться. Я же говорил, я прокачаюсь в этой игре, я говорил вам. Орлиное нападение! Оп! Стоп! Они все в команде, а я один. Вы понимаете, что происходит вообще? Никто не в моей команде. Стоп! А что это я на открытой местности? Надо вот за эту штуку спрятаться смешную. Я тебя вижу. Сволочье, оно пошел. Оно скрылся. Скрылся за угол, молодец. Так. Так. Откуда? Мне вот так по ножке дал. Деньги. Мы видим отчетливо, что деньги где-то... Где-то... Только что были. Ой. Смотрите, как так получается, что я же стреляю тоже хорошо. И он стреляет. Ранили. Я не готов мириться с тем, что меня чморят. Я должен отомстить. Эй, я пошел. Оно пошел. Оно скрылся. Кто? А орел стремится к нему прямо в рожу. Стоп. Черт. Как так неудачно? Высаживается противник. Следите за небом. Небо. Хорошо. Это облачко похоже на врага. Ой! Да бывает же такое! Унизили! Унизили, гады. Мне прям бесит. Я хочу к ним наверх и расквитаться с ними. Стоп. Хорош. Нет, молчать. У меня доступ к ветерану. Я ветеран? Прекрасно. Что-то я звизну, ветеран, как баба. Я ветеран. Прекрасно. Вот, нормально. Не хочется на открытую полянку выходить. Что-то надо придумать. Присядем, да подумаем. Где деньги? Фиг поймешь, только у людей. Только воровать игра призывает нас. Самолет летит, значит, он рядом деньги кинет. Он кинул рядом. Нам надо прилететь туда на вертолете. Подъем! Вон ящик летит. Сейчас его прям на ходу перехватить. Ну-ка, выход. Так, стой, стой, стоим, стоим. Цеп! Стоим. Стой, 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 стой. Скорей! Нет! Блин! Ладно, я был у цели, почти у цели. Сволочь. Сволочь. Убежал. Гад. Опа. Стоп. Забрать. Оп! Быстро! Быстро! Закрыть, 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 закрыть. Что это у нас? Пригодится. 40 тысяч баксов забрал. Как бы теперь вот их доставить? Нет! Как не ожидал. Я засмотрелся на карту и на все, на себя, любимую, в зеркало. Мы летим. Сейчас отвоюю. Блин, да что ж такое? Почему они так хорошо стреляют? Ладно, это еще не все потеряно. Нет, я теряю. Продолжаю терять. Знаешь, что я думаю? Я думаю, я разобьюсь на... А ну не... Смей... Сейчас надо, чтобы они друг с другом посражались. Это что ж такое? Скажите мне, сколько денег у меня есть? Ноль. Вот оно как. Есть. Где еще? Мародеры сраные. Черт! Вон откуда ж. Задание завершено. Мы заработали 82 тысячи. А, я заработал! 82 косаря. Но это, конечно же, не лям. Но все-таки убийство 6 штук. Контрактов 0. Но мсти было предостаточно. И в этом главное богатство мое. Месть. Я вот так...
так вот на тарелочку кладу, так, знаешь, заливаю соусом хладнокровие и такой, прекрасно. И на этой мстительной ноте мы с вами, друзья, закончим играть в Call of Duty. Если вам понравилось, ребят, ставьте лайк, мы поиграем с вами в нее еще. Может быть, я даже не один поиграю, а с кем-нибудь. Короче, чем больше лайков, чем больше комментов, чем больше позитивных отзывов об этом видео, тем больше шансов. Друзья мои, огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось это видео, тоже поставьте лайк. Короче, поставьте один лайк за то, что вам понравилось, и за то, что вы хотите еще. Два лайка, два аккаунта придется сделать. Придется, друзья, ничего не поделать. Ну, а если вам понравилась сама игра, то можете ее скачать и погамать. Ссылка будет в описании. Напоминаю, что по боевому пропуску доступен новый сезон, куча игрового контента. Короче, друзья, увидимся в новых видосах. С вами был Юджин, и всем пять!